Очаков ТВ представляет. У тебя фамилия не Сердюков? Нет. А я думал, Сердюков у тебя фамилия. А надо было, чтобы Сердюков был, да? Нет, нет. Как понять, надо было? Какая есть фамилия, такая есть. Что ж теперь поделать? А как у тебя фамилия? Ну, да. Что? Как твоя фамилия? Такая разница, ну... Но не Сердюков точно, да? Нет, нет. Ну ладно. Ты из какого города, не Сердюков? Кубань. Кавказ. Кубань я знаю. А город какой? Кубань это как бы не совсем город. Ну, это на Кавказе такое есть. Я знаю, что такое Кубань. Я спрашиваю город, как называется на Кубани? Краснодар. Ты из Краснодара? Да. Врешь или нет? Ну, давайте меня что-нибудь спросите. Ну, давай, я тебя спрошу. Давай, посмотрим. Если ты ответишь, значит, ты из Краснодара. Если нет, значит, нет. Давайте. Да. Смотри. Как ты думаешь, почему комиссия не допустила Бразилию до расследования крушения самолета с пригожинской командой? Это охуенный вопрос. Не ругайся матом. Будешь ругаться, я переключусь, не буду с тобой разговаривать. Хорошо, извините, пожалуйста. А это хороший вопрос для того, чтобы идентифицировать краснодарца. Да. А как это связано? Подожди, как это связано, я тебе потом объясню. Вначале давай ответь на мой вопрос. А что, еще раз. Как ты считаешь, почему Россия не допустила производителя самолетов, что принято в мировой практике? Эксперты из компании, которая строила этот самолет, выезжают и очень быстро находят... Не знаю. Как? Я же не спросил, знаете ли вы, я спросил, как ты думаешь? Я же говорю, не знаю. Ну хорошо, сейчас подумай, какие у тебя версии есть в пользу этого? Я же еще раз вам говорю, не знаю. Не знаешь. Я понял. Ну нет, все тогда. Нет. Тогда вопрос снимается. Нет такого. Получается, я не скажу даже. Нет, смотри, я же тебе сказал, если бы ты мне ответил на этот вопрос, тогда да. Если нет, то... А ты сказал, не знаю, то есть это ни рыба, ни мясо. Значит, соответственно, я не могу определить по этому вопросу, из Краснодара ты или нет. А, то есть этот вопрос он определял, а с Краснодара бы ли я был конечно, или конечно. Так. А как? А, вот, а как я тебе не скажу, потому что у тебя нет ответа на мой вопрос. И я оставлю в тайне мою методику определения. У вас там все замучено, да. Но так да. Интересно. Ладно, так. Слушай, тогда да. Другой тебе вопрос. Все, оставим эту тему, забудь про нее. Забудь про нее. Как ты думаешь, вот в войне Россия-Украина, кто победит? Я думаю, Россия. Россия, а ну, в чем будет выражаться победа России? Когда Россия сможет сказать, все, мы победили. Вот в какой точке или при каких обстоятельствах? Можешь как-то формулировать это? Ну, вам же Путин сказал, да, что денацификация... Как? Демилитаризация. Как первое? Денацификация, демилитаризация. А что это означает? А это означает, что в Украине войска вот сокращаются, ага. Определяется вот, ну, контингент, который она может держать, ага. с какой техникой. Только, как только исчезнет украинская армия, значит, задачи выполнены, да? Еще раз что? Как только исчезнет украинская армия, правильно?
Значит, задача выполнена. Нет, по... не исчезнет. А что? Сократится. До каких численности она должна сократиться? А я же не знаю, там, как Путин. Ну, это ж Путин. А, то есть Путин что-то сказал, а ты так и не понял, что он имел в виду, да, под этим? Ну, он же говорит, видите, демилитаризация, да, правильно? Что означает мы демилитаризация? Давай, объясни мне, что это означает. Хороший вопрос, да, вот никто не понимает пока что. О, вот, а у тебя есть свое мнение по этому поводу, что это означает? А при чем есть мое мнение? Ну, я с тобой беседую. Мое мнение, мое течение. Видите, мнение, это есть... некие ощущения. Да, какие у тебя ощущения по этому поводу? Да, вот, а сейчас вот такие, а потом завтра другие. Да, ну, да, так вот сегодня, на сегодняшний день, какие у тебя ощущения по поводу где... Зачем озвучивать, если они завтра изменятся? А зачем же ты мне озвучил эти цели, если ты сам не понимаешь, что они означают? Ну, я же вам озвучил те цели, которые они говорят. А я же тебя спросил, как ты считаешь? Причем тут они? Меня твое мнение интересует. Или у тебя твое мнение нет? У тебя мнение только Скобеева и Путина, да, и все, других нету. Скобеев, Путин. Ну, хорошо. Ну, заебись. Ну, я извиняюсь. Я тебя извиняюсь. Нет, не Скобеева. Нет, а какое у тебя мнение? Какое у тебя твое личное мнение по этому поводу? Когда закончится война? Ну, еще раз, давай. Возвращаемся к моему основному вопросу. В чем будет заключаться, что Россия победила? В чем ее победа будет заключаться? А вы знаете, когда закончится война? Я не спросил, когда. Я спросил, какие обстоятельства должны случиться, чтобы вы, россияне, могли сказать, мы победили. Никогда, не к дате привязываю я, а к обстоятельствам. Денацификация, видимо, должна произойти. А правильно? Как? В чем выражается денацификация? Можешь объяснить? Ну, видимо, вот Азов там ваш должны разоружить. Там, всех должны разоружить. Азов разоружить должны? И как получается? Ну, пока нет. А, пока всего полтора года прошло, что-то ничего не получается, да, с денацификацией, да? Ну, видите как, оно полтора года прошло, не получается, потом раз и получилось. С чего это? Россия вдруг сильнее становится, да? Оно же как, ну, бывает, да. Бывает. Слушай, а подожди, смотри, ты где-то под Краснодаром живешь, правильно я понял? Смотри, у вас там, помнишь, нефтебаза взорвалась недавно, как ты к этому относишься? Нефтебаза? Да. Нет. А что у вас взорвалось? Ну, кстати, между прочим, взорвался, да, вот атаковали его беспилотниками, а потом перестали атаковать. Ну, взорвал, но так взорвали и перестали атаковать. Там атаковать-то больше нечего от этой нефтебазы. Так он же работает. Он же работает. А, это завод нефтеперерабатывающий, да? Не нефтебаза? Конечно, НПЗ. Вот. Да. Его не окончательно взорвали, да? Не, а как вы его окончательно взорвете? Он огромный. Ну да, не, я согласен. Не, так все впереди, подожди. Вы ждете же очередных налетов, правильно? Так, а видите, вот после этого не прилетало ничего. А знаешь почему? Потому что несколько дней назад в Пскове военный аэродром бахнули с Ил-76. А, заняты Псковом, ну понятно, ну хорошо. Конечно, слушай, у Украины же нет там одновременно 1000 беспилотников, чтобы пустить по вам, по всем. Она пускает туда десяток. Туда десяток. Нет, есть, но еще время не пришло. Говорили, что 200 тысяч. Нет, никто не... А, кстати, ты знаешь, что я слышал? Я не знаю, правда или нет, но я склонен верить этому, что Путин сказал, что... Буквально это было вчера. Что Россия собирается обучить 1 миллион операторов дронов. 1 миллион операторов дронов. Он вообще выжил из ума? Или ты считаешь, это реальная цифра? Я не знаю, я такого не слышал. А ну давай набери сейчас, сказал он такое или нет? Зачем мне набирать? Ну, чтобы посмотреть, кто вашей страной правит, человек абсолютно ненормальный. В общем, как бы далекий от реальности, от реалий, понимаешь? То есть он не соображает, что говорит вообще. Ну, не знаю, я такого не слышал. Ты не слышал. А ты призывной, ну ты вообще как, тебя не могут призвать? Ты в армии служил?
могут. Ты служил в армии? Нет. Ну, если ты не служил в армии, тебя в последнюю очередь тогда призовут. Ну, оно же, видите, а ты сам бы не хотел пойти добровольцем умирать? Добровольцем умирать? В Украину, да. Не хотел? Не хотел. А ты кем работаешь? Ну, какая разница? Ну, а ладно. Ты кем работаешь? Я в финансовой сфере работаю. А, ну, видишь как. А я логистический. Ладно, хоть у тебя хватает ума не идти добровольцем умирать, ты знаешь. Хотя бы за это тебе уже плюсик. Слушай, ну, как я сказал. Ну, вот ты взял и повелся. Что? На что? На то, что ты не хочешь идти умирать? А, так ты хочешь идти умирать? Я же не знал. Я же тебе такое не говорил. Так ты хочешь или не хочешь, блин? У тебя хоть на что-нибудь свое мнение есть вообще или нет? Даже на свою смерть, собственно, у тебя мнение есть или нет? Что ж ты за мутный такой? На свою смерть, ни хера себе. Какой ты чувак мутный, блин. Вы все мутные, но ты самый мутный из мутных. Самый мутный, ты знаешь. Я назову ролик с тобой самый мутный. Самый мутный. Да. Это будешь ты, кстати, самый мутный. Слушай, а сколько тебе лет? Мне 54. Слушай, ты очень старый выглядишь, да, 54 лет. Ну, слушай, что ж делать, бывает. Это я соврал, на самом деле мне 48. Я так прибавил себе, потому что я знаю, что я выгляжу на... Я выгляжу на 82, я тебе соврал немножко. Надо беречь. Надо беречь. А как себя можно беречь с такими мутными, как ты? Как? От человека... Смотри, я пытаюсь добиться ответа, а ты говоришь, это я не знаю, а тут мне не сказали. Ну а как? Надо же бегать по утрам. Там, хотя бы. О, слушай, я бегаю не только по утрам, я хожу 6 раз в зал в неделю. И очень серьезно занимаюсь физически. Очень серьезно. Шея почему такая вот? А шея, потому что я похудел сильно. Слушай, ну... Я сильно похудел, поэтому, чувак, смотри, если ты похудеешь, смотри, у тебя сейчас второй подбородок, как у хрюшки, торчит. А если ты похудеешь, у тебя все обвиснет. Я там молодой. Да нет, ты будешь выглядеть... Ты будешь выглядеть старше меня, если ты похудеешь, понимаешь? Шея, я согласен, да. У меня, я похудел сильно за последние вот полтора-два года, и у меня прям вот есть лишняя кожа, я с тобой соглашусь, тут, ты знаешь. Молодец, спасибо тебе за вот совет твой косметический, спасибо, косметологический точнее. Спасибо, я тебе тоже даю совет, не худей, а то будешь, блин, старше меня выглядеть, представляешь? Ты же не ходишь в зал 6 раз в неделю, как я, поэтому... Не, а я бываю там, знаешь, худею, там потом, блядь, толстею. Только не ругайся матом, не ругайся матом. Слушай, ты лучше бы не худел, не толстел, а только худей, а самое главное, упражняй свой мозг. Потому что мозг у тебя находится в каком-то заторможенном состоянии, в подвешенном. Он не анализирует ничего. Понимаешь, у тебя зарядка нужна не для тела. Тело у тебя никакое, конечно, посмотри на себя, а для мозга. Тебе зарядка нужна, в первую очередь, для мозга. Мозг всему голова. Все, чувак, давай, ты будешь самый мутный. Это интересно. Вам желаю очень побольше, интересно. Поскорее, чтобы грохнули ваш нефтеперерабатывающий завод. Так что ты близко там... Не дождетесь. Не проезжай, не проезжай рядом с ним, потому что в любой момент может прилететь. Хорошо? Так вы же не сможете. Ты мне дал совет косметологический, а я тебе даю совет, как жизнь сохранить. Ну, вы ж не сможете. Все. Ну, зачем ты начинаешь? Все, давай, мы не сможем. Да. Один раз смогли, сможем еще 10 раз, не переживай. Ой. Все, вот, давай, спасибо. Давай, мутный чувак, давай, пока. Сердце заболело. Все, прям. Пока, давай с тобой нормально попрощаемся, давай. Пока. Все, давай, да. Пока, нормальный такой, нормальный. Он, естественно, не из Краснодара, он откуда-то там из-под Краснодара, из кого-нибудь там Мухостранска, но, по крайней мере, хотя бы он не горел, как они обычно это делают.
Вот. И... Единственное, что, конечно, нет у него ни мнения, ни мозгов, скорее всего, но это... Этим меня не удивишь, это Россия.